Привет! Меня зовут Стивен, спасибо за просмотр моего видео. Сегодня я смотрю Ислам Италишев, Caucasian Prisoner. I've never heard of it, never seen of it, but I'm excited. I want to check it out. Subscribe, like, спасибо. Давай. Я волнован. Зачем ты дала себя обнять? Объятия эти западня. Тебе все сложнее день ото дня. Сказать ему нет. Мечты твои с ним тебя роднят. Слова на любви не болтовня. Нет, он не боится как огня, а выбирает момент. Но каким еще может быть твой ответ, когда сводит с ума его акцент, заставляет на 101% тебе верить в каждый комплимент. Не рабится тут. Не бойся, не плачь, не грусти. Назад уже точно нет пути. Не он тебя держит за перцы, а ваша любовь. Парень похож на босс. Вокруг него женщина с сердцем, но он не намерен к ним уйти. Он просто пока не смог найти решительных слов. Но каким еще может быть твой ответ, когда жгучий колючий он брюнет, и у глаз его яркий черный цвет, и стреляют они как арбалет. Кавказская пленница, сердце все мечется. Bravo, bravo. That was nice. Much shorter than I thought, but really, really good. I like this artist. It was a good song. I'm still trying to, you know, learn more Russian and figure out exactly what the song was truly about. And if you know in the comments, let me know. But I loved it. And please recommend more songs because I love my journey and you guys are with me. But anyways, like, subscribe, спасибо. Меня зовут Стивен. Till next time. Давай!